Утро, суббота. Так, я посадила новые саженцы. Активно стала сходить. Видите, все-таки у семян есть свои часы, когда нужно сходить. Так, и сейчас иду в сад, да? Посмотрите только на это. Ля-ля-ля-ля-ля. Это что-то вообще. Работа идет. Дела идут, контора пишет. Я сегодня вчера машину туда поставила. Захотелось мне так. Смотрите. Вы посмотрите только на это. С какой скоростью все расцветает. Мои тюльпанцы. И все-все вылазит. Все луковицы вылазят. Все. Розы себя хорошо чувствуют. Фу-фу-фу. Все замечательно. Солнечные ванны тоже никто не отменял. Сейчас я пойду выкопаю там. Короче, там в углу сада выросли, разрослись цветы. Сейчас покажу вам. Так, шезлонг, никуда не уходи. Сейчас вернусь. Пойду покажу по цветочки. Так, мне нужно взять, куда складывать. Берем лопаточку и пустую. Что у меня здесь стоит, короче, здесь у меня посажены косточки авокадо, куча, в каждом этом по несколько косточек. Хочу, чтобы они проросли. В общем, посадил я их месяца два назад. Они очень долго играющие. Вон какие-то недосаженные. Короче, хочу, чтобы проросли, посадить по забору. Они очень красиво смотрятся. О, блин, мне ж надо это, накопить денег на самолетик еще. Я забыла совсем про него. В общем, берем вот это и пошли. Пошли, родимые. Смотрите, как у меня с прошлого года хорошо прижились ирисы. Я их везде, вокруг всех деревьев посадила. Соседка мне дала. Так, здесь у нас поднимается потихонечку. Это я все засыпаю скошенной травой. Потом просто разгребаешь и посерединку сажаешь. Так раз дырочку сделаешь, такую разгребаешь и сажаешь туда клубнику. И туда тоже. А здесь я просто сниму вот эту потом. Потому что там картон лежит, и вот эта штука отдыхает грядка. Здесь то же самое. Хотя здесь, по-моему, там что-то проросло уже. В общем, надо засыпать просто травой скошенной. А здесь еще не кошено у меня. Никто к нам не едет. Так, здесь тоже не кошен, смотрите. О, какая прелесть. Смотрите. А что это такое? По-моему, это кизил. С самосадом выросло. Здесь у меня вот кустики, которые... Вот этот с самосадом, а вот этот я воткнула просто. Бабочковое дерево, они очень быстро растут. Так, значит, у меня здесь разрослось... Как они называются-то? Медвежьи ушки. Вот они. Вот этот основной материнский цветок. И он пустил везде-везде вот эти. Я их пересаживаю. Туда, с той стороны дома. Чтобы там потом красиво было. Потому что из них огромные кусты потом вырастут с красными цветочками. Текс. Так, берешь их. И забираешь отсюда. Ну, сколько много их. Вот эти медвежьи ушки, знаете? Они очень быстро распространяются. В прошлом году рассыпалось. Вот они, эти стрелы. Видимо, рассыпались. И да, разлетелись. О, накопала. Иду. Не знаю, сегодня здесь покажу, может, вечером. Смотрим. Да, вот эта сторона непокошенная. Все-таки это для жильцов надо сделать. Персичи. Главное, не ударили бы морозы. Какой персик классный. Плодовитый. В общем, я иду их сажать. Вот сюда свой садик здесь. У меня здесь тоже садик такой. О, камелия начинает распускаться, смотрите. О, камелия. Ну, короче, мне надо отсюда высаживать все-таки вот это неплие, потому что это будет огромное дерево. Хотя,
Кому так уж и близко от дома. Пускай будет, короче, сзади телеги высунется, красиво будет смотреться. Так, поехали. Короче, я не знаю даже, куда сажать, потому что у меня здесь везде натыкано луковиц тоже. Ну, туда, может. Так, скоро мы с вами здесь будем чилить. Смотрите, как красиво. Тут у меня вечером лампочки. Тут тоже роза, сирень будет. Ну, как красиво. Красота. Так, я уже вчера сюда посадила их несколько. Вот. В рядочек. Сейчас еще вон туда под низ посажу. И, наверное, с той стороны. Так, стопы здесь тоже можно же их. Кстати, в прошлом году купила гортензию, но что-то, не знаю, выжила она зиму или нет. Такая метельчатая. Надеюсь, что она просто позже. А, да, вон она, зелененькая. Yes, прижилась, отлично. И камелия прижилась, и гортензия прижилась, все прижилось. Вот это тоже косточка авокадо, кстати. Но они, видите, цветут, оказывается, на третий где-то год примерно. Вот. Поехали. Так, посадила. Здесь потом они будут вот такого размера, и все такие с красными цветами. В общем, у меня в посадках никогда никакой логики нет. Здесь эти вырастут, здесь тюльпаны у меня по бокам, здесь у меня вот куча всего. Вот это вот камелия. Она тоже, вот камелия высокая будет. Здесь у меня лечебное растение, как иван-чай, по-моему, называется, или как он, или иван-де-мария, что такое. В общем, которое пахучее такое, я его добавляю в чаи лечебные. Здесь у меня сразу на флие, все вместе, короче. Все вместе, плечом к плечу, как мы на канале. Мы команда, как говорится. Вот это нефлие, оно должно быть гипервысокое, конечно, дерево. Посмотрим. Оно у меня визжит, как говорят, ну, типа, болеет все время. Болеет, болеет, какое-то оно хилое. Но, может, когда-нибудь окрепнет, позырим. Это тоже я перенесла из дикого леса, скажем так. Вот с той стороны у меня выросло само. Похоже на хосты. Дикие хосты такие. Пусть растет здесь. Тут у меня ирис воткнут. Тюльпаны. В общем, такая кашка такая. И еще капустка. Вот эту капустку надо отсюда бы пересадить. Ее здесь не видать. Мне кажется. Куда еще их воткнуть? Тут у меня доцветает. Тут у меня новая поперла. Это, знаете, это будет гвоздика. Очень хорошо, потому что я буду здесь, если дверь открывать, и не будет комаров. Гвоздика какая-то. Семян посаженная. Вот выросла куча. Видите? Цветуёчки будут. Если, конечно, морозами не прибьет. И вот. У меня еще какой огородик тут создался с прошлого года. Это я покупала в ботаническом. Хорошо прижились. Вот этот кустик декоративный очень хорошо прижился. Летом он... Ой, осенью, вернее, такой рыжий становится. Он чуть-чуть еще подрастет повыше, но не так сильно. И вот, видите, я здесь посадила эти штуки. Сейчас их туда вон еще продлю, под деревом. В общем, здесь у меня всякая там солянка. Еще она мне дала, соседка, вот эти агавы. Но что-то, мне кажется, они тут киснут. Агавы. Вот еще один сюда посадила, медвежье ухо. Там тоже куча этих. Она мне давала луковицы, кучу луковиц посадила. Тут у меня вон роза торчит. Какие-то штуки выросли, я не знаю, что это. Может быть, это даже и цветы какие-нибудь. По-моему, в прошлом году мне соседка давала, я один посадила, и вот от него разрослось. Тут вон ирисы тоже, тюльпаны какие-то выросли. И вот здесь есть свободное местечко. Садим сюда. Пока ходила, сажала, тут все потухло, блин. Вот. Стало прохладно. Как загорать? Как жить? Денис забыл кепку тут. Смотрите, какая роза стала. Класс. Немножко там есть пару листов таких больноватых. Но это, по-моему, с прошлого года. Листики. А так все отлично. Слава богу.
все разные розы. Это чайная, это красная пахучая, розовая, цикламен, прям такая цикламен. Это такая вот роза невесты, скажем так, зеленовато-бежево-белая. И там у меня еще розовый куст огромнейший просто стал. Я сейчас туда не пойду, просто там соседка стоит, курит, которую я не особо знаю. Потом покажу вам. И еще я посадила две розы. Одну, которую мне дал месье Жалибер, она у меня стояла, прорастала, проросла. И другую я купила в Альди месяц назад где-то. Вот эти кусты тоже я рассаживаю постоянно, потому что, ну, имеется в виду, отросточек берешь такой, воду ставишь, корешки дает. Вон там уже большой такой вырос, вон там практически уже как такой за несколько лет вырос с той стороны. В общем, постоянно где-то подсаживаю что-то. И очень радует, что вот это тоже у меня прижилось, это с прошлого года кустик. И я вижу на нем хорошие почки. Это очень красивый куст, он такой яркий, прям красные листья потом дает. Не знаю, вот посмотрим, сначала может они зеленые будут, а потом прям ярко-ярко-красные. Какая прелесть. Самое главное, чтобы заморозки сейчас не ударили, чтобы было много-много персиков, как в прошлом году. У меня еще горы этого варенья лежат, я раздаю его всем, джем этот персиковый. И сами едим, то есть... Хороший урожай был в прошлом году. Надеюсь, в этом году то же самое. Ну что, холодно? Блин, пошла домой. Я со вчерашним кардебалетом Денисовым совершенно забыла, что у меня было вчера рандеву у Кине. И он мне такой потом звонит. А я такая, блин, простите, я забыла. Ну и, в общем, в понедельник взяла и во вторник, по-моему, или в четверг, не помню уже, на следующей неделе. Пойду опять помассируюсь. Мне гораздо лучше, практически уже ничего не болит. Иногда так вечером тянет, но и все. Так что все окей. Так, дорогие друзья, пошла я обедать, наверное, и собираться, потому что поеду потом на Браканты. Захвачу Иру в городе, поедем с ней на Браканты, а потом поедем с ней к Этьену. Отвезем ему еду, почирикаем и посмотрим новую машину. Я, может, даже ее испробую. Вот такая садово-огородная я. Хотела позагорать, но солнце ушло. Так, я поехала на Браканты. Ира не может, сегодня суббота, там очень много народу в ресторане. Ее не отпустили. Поэтому я сейчас поеду. Если она потом освободится, то мы поедем с ней вместе к Этьену. После. Смотрите, как здорово. Площадочка. Смотрите, как классно бамбуки разрослись. Просто прелесть. Это вот бюро, где я работаю иногда. Вот. Вот так у нас. Я поехала. Резервации нет. Блин.